Матч против Югры начался с церемонии чествования ветерана «Торпедо» Алексея Константиновича Мишина. Все желающие смогли взять у чемпиона Универсиады 1972 года автограф, а за пару минут до стартового вбрасывания стяг с номером 12 и фамилией ветерана «Торпедо» подняли под своды ледовой арены. Вы знаете, волнуюсь, конечно, но доволен тем, что люди оценили мою игру, мой труд. Это очень высокая оценка, заслужить майку под сводами Дворца спорта. Это, конечно, честь, большая честь для меня. Однако порадовать Мишина хорошей игрой автозаводцы не смогли. Первый период оказался безголевым по двум причинам. Уверенная игра экс-торпедо со вратаря Ильи Проскурякова и плохая реализация моментов. Лишь в середине второй 20-минутки Михаилу Григорьеву удалось вывести торпедо вперед. Больше в этом матче у нижегородцев забить не получилось, тогда как хоккеисты Югры в этом компоненте преуспели. За пару минут до конца игры гости сравняли счет. В овертайме выяснить сильнейшего не удалось, и исход матча решился в серии буллитов. Нижегородцы не смогли ничем ответить на точные броски Пестушкова и Булянского из Югры, и как итог 1-2. Четвертое подряд поражение подопечных Петериса Скудры. Нереализуем моменты, есть моменты, большинство. Надо забивать. Мы забиваем по одному голу. Это просто никуда не годится. Нужно что-то с этим делать. Ну, а там как залетело? От конька я или не знаю, как опять, наверное, немножко не повезло. Наш нападающий, особенно наш топовый нападающий, должны сделать определенные выводы. Потому что так играть, конечно, нельзя. 2 очка из 9 возможных в домашней серии – вряд ли то, чего любители хоккея ждали от «Торпедо». Впереди еще один матч при родных трибунах, на этот раз против Сибири. Последний шанс для подопечных Петериса Скудры спасти домашнюю серию. Денис Каримов, Олег Булыгин, телекомпания «Волга».